سورة الرحمن ميلستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإيمى الله ميلستيوه ميلسيردنوه. الرحمن ميلستوي. علم القرآن. научил Корану. خلق الإنسان. создал человека. علمه البيان. и научил его изъясняться. الشمس والقمر بحسبان. солнце и луна движутся согласно рассчитанному порядку. والنجم والشجر يسجدان. травы или звезды и деревья совершают поклоны. والسماء رفعها ووضع الميزان. он возвысил небо и установил весы. ألا تطغوا في الميزان. чтобы вы не приступали к границе дозволенного на весах. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес. والأرض وضعها للأنام. он установил землю для тварей. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. на ней есть фрукты и пальмы с чашечками или волокнами. والحب ذو العصف والريحان. а также злаки с листьями и травы благоуханные. فبأي آلاء ربكما تكذبان. какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? خلق الإنسان من صلصال كالفخار. он создал человека из сухой или звенящей глины. подобной гончарной. وخلق الجان من مارج من نار. и создал джиннов из чистого пламени. فبأي آلاء ربكما تكذبان. какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? رب المشرقين ورب المغربين. Господь обоих востоков и Господь обоих западов. فبأي آلاء ربكما تكذبان. какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? مرج البحرين يلتقيان. он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. بينهما برزخ لا يبغيان. между ними существует преграда, которую они не могут приступить. فبأي آلاء ربكما تكذبان. какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. из них обоих вылавливают жемчуг и кораллы. فبأي آلاء ربكما تكذبان. какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ему принадлежат плывущие по морю с поднятыми парусами корабли, подобные горам. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Все на ней, земле, смертны. Вечен лишь лик Господа твоего, обладающего величием и великодушием. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый день он занят делом. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Скоро мы займемся только вами, о два весомых или обремененных рода. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Я معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните, но вы не проникнете, не обладая властью или ясным доводом. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Юрсалу алейкума шуагум мин нарин ва нухасум фала тантасиран. На вас нашлют зеленое пламя, или пламя без дыма, и расплавленную медь, или дым. И вы не поможете друг другу. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? И вот небо разверзнется и станет красным, как кипящее масло, или покрасневшая кожа, или расплавленный свинец. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В тот день ни человек, ни джин не будет спрошен о его грехе. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать за хохлы и стопы. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Вот гиенна, которую грешники считали ложью. Ян.
Они будут ходить между нею и кипящей водой. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть ветви. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих текут два источника. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих есть от всех фруктов по паре. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Муттакиина аля фурушин батаинуха мин истабрак, ваджанал джаннатайни дан. Они будут лежать, прислонившись на матрасах, высланных снизу парчой, а свежие плоды этих двух садов будут склоняться низко. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джин. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они подобны рубинам и кораллам. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Воздают ли за доброе иначе, чем добром? Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? А перед теми двумя есть еще два сада. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они оба темно-зеленые. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? В них обоих бурлят два источника. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?
فيهما فاكهة ونخل ورمان. В них обоих есть фрукты, пальмы, гранаты. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? فيهن خيرات حسان. Там есть девы хорошие, прекрасные. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? مقصورات في الخيام. Они черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. С ними прежде не имели близости ни человек, ни джин. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Они будут лежать, прислонившись на зеленых подушках и прекрасных матрацах. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Какую же из милости вашего Господа вы считаете ложью? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Благословенно имя Господа твоего, обладающего величием и великодушием.